Сегодня день ловли щегла. Погода внесла свои коррективы. Вчера вот тюльпаны выросли, видите. Мы собрались ловить сегодня. А сегодня с утра снегопад был страшный. Насыпало снега. Вот буквально с 7 утра до 9 валил снег. Вот видите, насыпало. Хотел по зорьке наловить щеглов, но не получилось. Сейчас во второй половине дня отправляемся с вами вместе. Отправляемся на ловлю щегла. Сейчас манную птицу выберем и пойдем. Итак, друзья, вот имеется у меня такой самец. Будем его сегодня использовать в роли манной птицы. Думаю, что-нибудь да поймаем. Ну, вообще задача наловить щеглов. Вот такой вот манок у нас будет на западок. Все, друзья, пойдемте. Время нельзя терять, потому что скоро будет темнеть. Сейчас щегол полетит кормиться. Ну, в смысле, начнут кормиться. Стайки летают примерно так 4, полпятого. И потом они спать уходят. Вот наше место ловли. Сейчас установим клетку на это дерево и начнем. Так, клетка установлена, западок. Курки на взводе. Погода, в принципе, хорошая, ветра нет, пасмурно. Все, уходим в укрытие, ожидаем. Вон там вдалеке сработал хлопок. Западок. Сейчас пойдем посмотрим, кто поймался. О, трофей. Что за трофей? Кто там? О, поймалась птица. Название, значит, кто-то говорит вьюрок, кто-то зяблик. Я как начинающий дилетант не знаю, как правильно. Сейчас достанем. Вроде как вьюрок. В прошлый раз такого тоже ловил. Называл вьюрком. Потом мне начали комментарии писать, что это зяблик. В общем, друзья, такая трофея. Будем, наверное, отпускать. Потому что сегодня у нас первые дни весны. Сегодня 3 марта, и птице надо лететь. Устраивать личную жизнь, строить гнездо, выращивать птенцов. Кусучий такой, а, дикарь. Ну что, пусть летит. Все, полетел. Так, сейчас перезаряжаем и снова в укрытие. Друзья, снова кто-то поймался. Обратите внимание, победа. Щегла поймали. Или щеглиху. Сейчас достану, посмотрим. Друзья, кто это у нас? Если я не ошибаюсь, это самочка. Сейчас мы ее пока в переносочку посадим. Потом по общему итогу посмотрим, кто самец, кто самка. В комментариях напишите, кто хорошо разбирается. И самочек будем отпускать. Самцов подержу, может, недельку. Посмотрю, кто будет петь. Кто будет петь хорошо, того оставлю. А всех выпущу. Ну, в принципе, может, даже всех выпустим, потому что у меня есть там уже два... Нет, три хороших. Кто-то поет, но кто поет, не знаю. А вот сегодня просто половим так для души и... На днях все это будем отпускать. Так, уходим в укрытие. Сейчас опять смс-очка пришла. Оповещение. Поймалась птица. Друзья, курки сработали. Идем смотреть. По-моему, два курка даже сработало. Так, что сработало? Да, два сработало. Кстати, хочу показать. У меня сейчас манная птица здесь также
Вот, видите, там самец мой, что изначально я показывал. Сейчас кого-то поймали здесь, а здесь пусто. Что-то, видимо, выскочила птица. И то, что ловлю, здесь оставляю на полу. Вот предыдущая самка. По мне так это самка, друзья, если я ошибаюсь, поправьте. Так, хотел сказать то, что у меня сейчас уже, видите, здесь манит в самом западке и на полу стоит. Но на полу опасно, потому что могут кошки напасть. Эти дни, где-то примерно дней 10 я не ловил, погода была холодная, снег шел. Ну и я думаю, кошки забыли, что здесь щеглов ловят, пока их тут не было. И поэтому сейчас на свой страх и риск оставляю на полу. Ну, думаю, дополнительная приманка пускай будет, потому что щегол сейчас что-то редко летает. Так, достаем, что я тут поймал. Надо сейчас аккуратно достать, чтобы не упустить. Один раз было так... Пытался достать и упустил. Ну, правда, синицу упустил. Щеглы, они как-то не особо стартуют от меня. Так, внимание. Кто это? Вот честно, я не знаю, кто это. Если предыдущий, я был уверен, что самочка, а это я. Ну вот красная, на глаз. Вот же, за глаз, заходит за глаз. Ой, чуть не упустил. Ну, вроде заходит. Друзья, значит, в комментариях прошу вас, напишите. Это вторая. Нет, это третья пойманная птица. Первый был вьюрок. Вторая, вон, самка щегла. Третья, я думаю, самец. Но я могу ошибаться. Так, все это в подманник. Воды у меня нет, потому что тут холодно сегодня. И... Манная птица, в принципе, что, она сидела полдня, ела и пила, и закусывала. Так что тут посидит сейчас полдня, я думаю, ничего страшного без воды, ни жара. Но кто больше меня знает, подскажите, поправьте, как лучше. Кстати, да, такой вопрос. Во время ловли зимой, именно зимой, ну сейчас 1-3 марта, я не знаю, это как зима, гляньте, снег везде. Короче, условно, в момент ловли зимой надо ставить поилки, там вот все эти вещи с водой. То как-то у нас разговор зашел, мне говорят, почему у тебя воды нет? А я по неопытности-то и не знаю, что отвечать. Так что, друзья, пожалуйста, подскажите, как быть с водой. Нужна ли вода в зимнее время ловли или нет? Я думаю, нет, потому что морозы, она замерзает, даже сейчас холодно. Все, побежал я в укрытие. А, нет, надо же зарядить. В общем, сейчас я заряжу за камерой. Вот такие будут у нас два маночка внизу и один здесь. Все, убегаю. Снова сработала ловушка. Идем смотреть. Солнце потихоньку садится. И... По-моему, ветер поднялся, за подок он болтает на дереве. Вон он там вдалеке. Сейчас ближе подойдем, покажу. Вот он, за подок. В начале ловли вообще ветра не было. За подок спокойно висел. А так вот я заметил, когда его разбалтывает, особо не ловится, но вот кто-то есть. Щегол. Друзья, еще один щегол. В принципе, сегодня у нас довольно-таки неплохая ловля получается. 4 птицы за один день. В последнее время я о таком только мечтал. Потому что ничего, в принципе, не ловилось. Никто не ловился. Так что так, сейчас достанем, посмотрим. Итак, друзья, кто это у нас? Ну, по мне, так это, наверное, самец. Вот затылок его. Так, тут треугольник вроде как. Усы. Кстати, вот усы на клюве у него довольно-таки... Нижняя часть... На нижний клюв находят черные усы, а вот на верхний клюв находят какие-то коричневые, что ли, усы. Видимо, самочка. Так, это будет третья птица. Нет, первая был вьюрок, вторая самка.
третья под вопросом, это четвертая птица. Пишите в комментариях. Ну, блин, ну вроде как самец молодой, что ли. В общем, я за то, что это молодой самец, скорее всего. Сейчас бы плечи посмотреть, попробую. Ветер сильный поднялся. Будем, наверное, сейчас закругляться. Сейчас я вам продемонстрирую все сегодняшние трофеи. Значит, по-моему, это все-таки... Вот если по крылу мерить, смотреть, то вот здесь у нее... У нее, имею в виду, самочка вроде как. Вот тут у нее не черная. Так, видно вам, да? Ну, друзья, по-моему, это тоже все-таки самка. Что-то сегодня одни самки. Вот видите, как сильно болтает. Надо сматываться. Когда так сильно болтает, особо ловли нету. Уже я замерял. Итак. Сегодня получается довольно-таки неплохой результат. Самка-самец разберемся попозже. Еще посмотрю на них. Ну, вроде как сегодня один самец и две самки, что ли. Вот такая вот сегодня у меня победа. Небольшая. Вот этот замер. Значит, все. Я думаю, с ловлей на сегодня хватит, потому что ветер. По кормлению у меня сейчас сидит, с канарейками адаптируется один щегол и рыболов. Как сильно разболтала клетку. Соберем сейчас. По кормлению, значит, щегол полностью, у меня там один есть, адаптировался. И рыболов адаптировался. Едят еду. То же самое, что и канарейки. Абсолютно то же самое. Первые, допустим, две недели я щеглу добавлял семечек. Думаю, ну, чтобы лучше он адаптировался. И да, так получилось хорошо. Когда семечек было вдоволь, все щеглы чувствовали себя отлично. Затем начал убавлять семечки. Убавляю семечки и прихожу, замечаю, вечером у меня один щеглиха, по-моему, щеглиха была, надулась одуванчиком, нахухлилась. Думаю, ну, может... Плохо ей стало, что ли, не знаю, что. Как лечить, еще не знаю, опыта нет. Дикая птица, первый раз в этом году я ее вижу. Кстати, сегодня 3 марта, весна пришла, вот с таким снегом. Сегодня с утра, с самого утра раннего, дождь шел, потом снег кто-то пошел. И вот это, видите, кое-где есть, кое-где нету. Так вообще в планах была сегодня ловля зорьки. Завел будильник. Ну и не пошел я по зорьке, потому что снег. Итак. Ну, по поводу вот то, что заболела самочка у меня, нахухлилась. Я отсадил ее отдельно. Насыпал много семечек и так вот посадил прям к кормушке. Она начинает кушать. Кушает, потом снова замирает, сидит сонно. Я ее опять толкаю, она снова кушает. И таким образом, может, у нее голод был, не знаю. Отошла, все хорошо. В смысле, восстановилась она, ожила. Сейчас она прекрасно питается. Думаю, сейчас еще... В течение недели определюсь с самцами, с самками и выпущу всех самок и выпущу всех самцов лишних. Оставлю себе одного, ну или максимум два самца оставлю на гибридизацию и все, остальные пускай летят. Ну это я так думаю пока. Что будет через неделю, посмотрим, друзья. Может быть, вольерчик начну делать для всех, ну не знаю. Но скорее всего отпущу. Ну, на этом видео подходит к концу. Ставьте лайки. Всем, кстати, привет еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там появилась кнопка спонсорства. Если есть желание, жмите, поддерживайте канал. Буду вам глубоко признателен. Давайте все, друзья, всем удачи, успехов в новом году. Весна у нас уже, в принципе, пришла. Будем готовить канареек к сезону размножения, который будет настоящий сезон размножения, потому что истории так сложилось, что сезон размножения канареек начинается
19 марта. Это все опытные конороводы знать должны. Ну, знают. Так что, друзья, будем готовить. Я буду готовить для вас новый материал по подготовке самок. Как их кормить надо. Как вообще с ними надо обращаться. Чтобы они пошли хорошо в паровку и дали хорошее потомство. В общем, ждите. Скоро будет видео. Всем пока.